В 10-й раз в компании «Лимак» провели конкурс «Лучший по профессии». Название «Лучший пекарь». Тематика – фруктовые пироги и итальянская выпечка. Победители конкурса определяли в трех номинациях. Жюри оценивало вкус, оригинальность и соответствие классическим рецептам. А по сумме баллов назвали лучшего работника в этом году. Ильчанка Юлия Кузьмина в конкурсе участвует уже второй раз и всегда с большим удовольствием. Когда дается задание, вот на какую-то определенную тему, очень интересно фантазировать, что-то превозносить, черпать новый рецепт для себя, открывать что-то новое. Поэтому это, конечно, только прибавляет опыта. Продегустировать конкурсную выпечку смогли и все желающие перед праздничным концертом в областном дворце культуры. По итогам анонимного голосования здесь определили обладателя приза зрительских симпатий. Попробовали, очень понравилось. Продукция очень понравилась. Я попробовала практически все. Мне больше всего понравился итальянский кекс с фруктами внутри, с вишней. Очень вкусно. Кстати, кондитерские изделия, представленные на конкурс, могут в дальнейшем пополнить ассортимент компании «Лимак». Стабильная в своем развитии, она старается отвечать веяниям времени. Именно поэтому здесь постоянно выпускают новую продукцию, сохраняя традиционное качество. Мы продолжаем работать над качеством. Выводим новую линейку прибалтийских хлебов в кремовой продукции. Также у нас, собственно говоря, улучшение нашей тортовой линейки. Это вот знаменитый торт Эстерхази с карамелью, Эстерхази Лайт. Вот, я думаю, что мы этим очень сильно порадуем любителей сладкого. Залог успеха – сплоченный высококвалифицированный коллектив лучших работников ПАО «Лимак». На празднике наградили грамотами Министерства сельского хозяйства и главы администрации Липецкой области. Фото победителей конкурса «Лучшие по профессии» будут размещены на доске почета компании «Лимак». Огромное спасибо за то, что вы на 80 с лишним процентов обеспечиваете Липецкую область хлебобулочными изделиями и другими продуктами вашего производства, высококачественными продуктами. Липецкую хлебобулочную продукцию высоко оценили и на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень», недавно прошедшей в Москве. Три вида хлеба компании «Лимак» на ней получили золотые медали. Екатерина Кузьмичева, Михаил Жилкин, «Липецкое время».